Металлоконструкция резервуара отечественного производства, резервуарный завод имени Крюкова, практически пришло полностью 100% в днище, стенка. На данный момент отгружены конструкции крыши. Сейчас уже непосредственно появился шеф-монтаж, сейчас уже начали монтировать, получать оборудование, начали монтировать. Ну, сентябрем, я думаю, попробуем первую хорошую воду, которая выбежит с Нижнеюнинской МТС. В 2005 году была внедрена и смонтирована, издана в эксплуатацию система комплексного автоматического пожаротушения. Защищены объекты, резервуарный парк, нефтенасосные. Объект был пилотным и был первым, можно сказать, в Иркутской области. Первые два года, конечно, было тяжело. Я южный человек, я с Казахстана родом. Я привык, что вот эта температура, то бишь плюсовая, меня больше устраивала. Ну, а здесь морозы. Я первое время вообще тут сразу купил себе унты, шубу, шапку меховую. И с тех пор я только в меховых шапках и хожу.